Повернитесь налево и посмотрите на этого человека. Это бывший шарманщик Карло. Для всего нашего племени это самый опасный человек. А чем же он так опасен для нас? Тем, что он редко ест, а когда ест, то съедает все до последней крошки. Так что здесь поживиться нечем. Трусишка, этот котелок не закипит и через 1000 лет. Он не настоящий, он нарисованный. Не огорчайся, малыш. Сейчас я отведу вас к столяру Джузеппе по прозванию Сизый нос. Джузеппе, Джузеппе, к сизому носу! Джузеппе! Неплохая вещь. Из нее можно сделать ножку для стола. Потише, пожалуйста. Что? Что такое? Видимо, мне почудилось. Ой, щекотно. Сыр! Не спешите! Сначала надо выяснить, сколько он выпил. Что такое? И в трубе никого. Неужели это у меня в ушах звенит? Нет, я свои уши знаю. С одного стаканчика так звенеть и не может. Подождем до 3. Так. Вот так. Ой! Шарманщик! Здравствуй, сосед. Что ты сидишь на полу? Винтик потерял. Ну, а ты как живешь, старина? Плохо. Никак не придумаю, чем на хлеб заработать. Чего проще? Во, возьми-ка себе это полено. А зачем мне оно? У меня даже очага нет. А ты вырежь из этого полена куклу, научи ее петь и танцевать, да и носи по дворам, заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина. Прекрасно придумано. Ну что же, давай твое полено. И вот,
Нет, ты сам возьми. Бери полено, не бойся. Выпьем за твои успехи. Ну, спасибо, сосед. Прощай. Что-что? До свидания, говорю. За чудесное избавление. Вот тебе и избавился. Вкусно? Вкусно. А, это вам не шарманщик. Длинон, если ты не будешь совать его в чужие дела, он будет не хуже, чем самый короткий. А как мне его назвать? А, вот как. Назову-ка я его Буратино. Бу-бу-ра. А, говорит. Буратино. Буратино, Буратино. Так, ну-ка. Вот. Так. Так, так. А ну-ка проверим, хорошо ли ты можешь стоять. Тебя не буду. Будешь жить у меня и ходить в школу. Окончишь школу, тогда уж делай, что хочешь. А можно я теперь буду делать, что хочу? Ну, а что ты хочешь? Я хочу не ходить в школу. Не говори глупостей, Буратино. Я скоро вернусь. А ты подумай над тем, что я тебе говорил. Думай над тем, что сказал тебе папа Карло. Ты кто такой? Я говорящий сверчок. Живу в этой комнате больше 100 лет. Теперь я здесь хозяин, убирайся отсюда. Ну-ну-ну. Дело. Сказал тебе папа Карло. Ух ты, еще здесь! Ух, негодницы! Где это они яйцо украли? Мамочка.
ничего, ничего. Обойдусь и так. Зато я купил тебе азбуку и луковицу. Ну, на, ешь, поужинаешь и ложись. А утром пойдешь в школу. Беги, а то опоздаешь. Добрый день, сеньор! Добрый день, сеньор! Сейчас!
дали мне палочку. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Вот вам две палочки. Гляди, это Буратино. Живой Буратино! Печка в бойку там цепала, но уже кивранный час. Нос налево, хвост направо, это бойка карабас. Хвост налево, нос направо, это бойка карабас. Так это ты помешал представлению. Продолжайте спектакль. Пропала Мальвина, невеста моя. Она убежала в чужие края. Что я с тобой сделаю? Решу после ужина. Знаете, на чьем гвозде вы висите? Не знаю. Раньше на этом гвозде висела красавица Мальвина. А где она теперь висит? Увы, наверное, нигде. Из-за грубости нашего директора она бросила сцену. Да, уж у вас и директор. Эй, кто там? Принесите ко мне этого бездельника Буратино. Он сделан из сухого дерева. Я его подкинул в огонь. И мое жаркое жиро зажарится. Пощадите! Клянусь бородой, эта носатая деревяшка будет неплохо гореть. Идем, идем. А ну-ка, миленькая, полезай в очаг. Сеньор, я не могу этого сделать. Это еще почему? Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг. И только проткнул дырку. Стар, очаг нельзя проткнуть носом. На куске старого холста. Мой миленький, миленький Буратино, где же ты видел нарисованный очаг? В каморке моего папы Карло. Так значит, это в каморке старого шарманщика находится потайная. Что? Потайная? Что? Потайная? Потайная. Хорошо, я дарю тебе жизнь. Мало того, передай их от меня папе Карло и попроси его аккуратно платить за свою каморку и никуда не переезжать. Ступай. Благодарю вас, сеньор. Вы не могли отдать эти деньги в более надежные руки. Кажется, тайна волшебной двери начинает раскрываться. Подайте слепому, подайте слепому. Что ты идет? Подайте слепому. Куда ты так спешишь, Буратино? Домой, папе Карло!
Совсем старик обнищал. А ты это видела? Что же ты будешь делать с этими деньгами? А? Куплю куртку для папы Карла. А для себя азбуку. Азбуку. Не доведет она тебя до добра. Азбуку. А я как до буквы «щ» дошел, так и ослеп. Врут, врут. Вот я тебя. Ну что же это вы? Ворону. Ай, ворону. Ай-яй-яй. А мне сослепу показалось, что это собачонка на дереве сидит. Умненький. Вы грозумненький, Буратино. Хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в 10 раз больше. А как это делается, а? Сейчас я тебе объясню. Есть страна дураков. В стране дураков есть поле чудес. Не раскрасывай. Пошли. Сейчас мы его обманем. На этом поле выкопай ямку. Скажи 3 раза крэкс, фэкс, фэкс. Как? Крэкс, фэкс, фэкс. Крэкс, фэкс, фэкс. Говори, он здесь. Положи в ямку золотой. Так, золотой. Посыпь его солью. Солью, ну. И иди спать. На утро из ямки вырастет дерево, и на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Врешь? Ей-бог, не вру. Нам не верят? Не надо. Пошли. Нет. Верю. А где она? Страна дураков. Вон за тем лесом. Не верь. А ну тебя! Попала!
дружок, повиси до утра. Глядишь, до утра-то и вывалятся. А вдруг они вывалятся, да укатятся? Не укатятся. До свидания, дружок. Завтра встретимся. Профессор Сова, член Академии наук, фельдшерица Жаба. Знахарь Богомол. Не имею диплома, но лечу хлеще их. Пациент скорее мертв, чем жив. Нет, пациент скорее жив, чем мертв. Одно из двух. Или пациент жив, или он умер. Если он умер, его можно оживить. Или нельзя оживить. Шарлатанство. Какое невежество. Но как же мне его лечить, граждане? Кваторкой. Не кваторкой, а касторкой. Или касторкой, или не касторкой. Лучше умереть от болезни, чем от касторки. В таком случае ступай, вымой руки, почисти зубы, и потом будем завтракать. Лучше сначала давай позавтракаем. А мыться и чистить зубы потом. Нет, нет, нет. Артемон, проводи Буратино к колодцу. Опоздали. Что мы теперь будем делать? Пойдем поговорим с мышью. Ну, ты с ума сошла? О чем кот может говорить с мышью? Дурак, с летучей. Нельзя пить из носика. Вставайте за стола и вымойте руки.
Буратино. Займемся арифметикой. У вас в кармане два яблока. Врете, ни одного. Предположим, что у вас два яблока. Некто взял у вас одно яблоко. Сколько у вас осталось яблок? Два. Подумайте. Два. Почему? Я же не дам же некту яблоко, хоть он берись. У вас нет никаких способностей к математике. Займемся диктантом. Тебя в страну дураков. Там ждут тебя друзья, кот и лиса, веселье и счастье. Жди полночи, жди полночи. На лужайке. Рекс, Фекс, Кекс.
ходит. Что-то оно не растет. Наверное, я мало посолил. Начальник, бежи! Я дождался. Что? Да нос. Какого? На него. Брекс, фекс, фекс, фекс. Брекс, фекс. Есть подозрение. В чем? Приготовление. Чего? Покушение. На кого? На вас. Эх ты, даже доносить не умеешь. А как скоро вы пришли в себя. Какое мужество. Какое самообладание. Взять. Утопить. Я не виноват! Здесь она! Копай! Копай, 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 копай! Вот они здесь! Сегодня утром заболел директор. Вот хорошо!
Хорошо, да не очень. Его вылечил Доримар. Это еще кто? Продавец лечебных пиявок. Он послал Карабасу-Барабасу пиявки. И одна пиявка до того опьянела от крови, что стала болтать лишней. А что же она наболтала? Что в пруду у черепахи Тортилы лежит золотой ключик. А вдруг Тортила не отдаст ключик? Сюда, скорей! Если она не отдаст вам ключика, я выловлю у нее всех пиявок. Вы настоящий друг, Доримар. Рад вам служить, Карабас-Барабас. Если Карабас-Барабас достанет золотой ключик, а это ты видел? Бам-бам! Thank you.
Я обещал Лисе и Коту хорошую награду, если они поймают Буратино. Я отниму у него золотой ключик. Сначала вам необходимо подкрепиться. Не возражаю. Победаем и на поиски. Куда ты? Я хочу узнать, какую дверь должен открыть золотой ключик. Главнокомандующий. Сеньор главнокомандующий, я должен незаметно проникнуть в харчевню. Разрешите мне спрятаться за ваш великолепный хвост. Вот ты смеешься, а вино у тебя дрянь. Налей-ка мне вон из того кувшина. Сеньор, этот кувшин пуст. В таком случае мы будем кидать в кувшин кости. Сейчас я доем эту ножку и отправлюсь разыскивать Буратино. Живой он от меня не уйдет. Открой тайну, несчастный. Тайну. Какую тайну? Чур меня, чур. Где находится дверь? Дверь у старого Карла в каморке за нарисованным очагом. Он здесь. Идем. Все в порядке. Петух сказал, что Буратино вошел сюда. Но петуху неизвестно, куда он спрятался. Не беспокойся, найдем. Я сыграю на его добром сердце. Пять минут тому назад губернатор арестовал Пьеро, Мальвину и Артемона. А где Буратино? А где деньги? Деньги! На! Он появится сейчас перед вами, сеньоры. Эн, стай, эй, вуаля! Держи! Держи его! Ну, теперь лупи, что есть духу! Старый котлетный фарш! Thank you.
мне, деточки. Не с места. Погибать так с музыкой. Пьеро, жарь что-нибудь веселое. Они еще издеваются. Буду жаловаться начальнику города. Помогите бедному сироте. А кто тебя, сироту, обидел? Шарманщик Карло. Шарманщик Карло. Ага. Идите за сиротой и помогите ему. Живо! Идем к шарманщику Карло. Возьмем шарманщика Карло. Артемон, отдирай холст. Это Буратино. Буратино, Буратино. Имя Тарабарского короля одобрите. Именем Тарабарского короля. Настоящим. Не теряй времени и заводи часы. Папа Карло? Да.
дура, а? Отдать такое полено!